Разноцветные флаги, радостные лица и торжественная музыка. Столица приветствует победителей и региональных этапов конкурса мастерства для людей с инвалидностью, которые приехали побороться за звание лучшего в своей профессии. Добро пожаловать в Москву. Для нас большая честь сегодня принимать участников чемпионата Олимпикс, 4-го национального чемпионата. Потому что сегодня здесь присутствуют представители 83 регионов. 5000 человек приехали к нам в Москву в гости. Впрочем, радушный прием не исключает конкурентную борьбу, в которую включилась и столичная команда. На чемпионате она самая многочисленная. За Москву выступает 111 молодых мастеров. А всего в финал Обилимпикса вышли 1400 специалистов, студентов и школьников. Вообще все участники очень стараются. Кто-то лучше, кто-то чуть хуже может быть. Но надо еще говорить о том, что у нас это конкурс. Конечно, все очень сильно переживают. Конечно, нервы дают о себе знать. И если дома у них получалось великолепно, здесь что-то может не получиться. Но сюда приехали достойные. Достойные своих регионов, и поэтому мы говорим о том, что они уже лучшие. Участники не только демонстрируют свои навыки и виртуозное владение инструментом, но и проявляют недюжинную фантазию. Чтобы обойти на конкурсной площадке соперников, нужен творческий подход и настоящая увлеченность своим делом. В парикмахерском искусстве можно сделать еще много интересного и нового. Мне очень нравится заниматься волосами, создавать прическу и буквально преображать человека, делая его красивым. Робототехника и компьютерные технологии, кулинарное искусство и сервис, флористика и народные промыслы. Всего соревнования проходят по 57 специальностям или, как их называют, компетенциям. Еще 16 профессий представлены вне конкурса. А оценивают качество выполнения заданий более 900 опытных экспертов. На каждой площадке работает целая судейская бригада. Критерий довольно-таки много. Есть объективные и субъективные оценки в данном случае. Мы смотрим в первую очередь на технику исполнения, как дается техника непосредственно при выполнении тех или иных процедур. Выполняются методики, в которые входит ряд техник. Это и в том числе эргономика, как правильно массажист стоит, распределяет свои силы при работе с клиентом, в том числе как правильно укладывают клиенты, и этика, эстетика, санитарно-гигиенические нормы. Победить в национальном Обилимпиксе не только престижно. За талантливыми молодыми мастерами внимательно следят представители различных компаний, которые заинтересованы в приглашении образованных и мотивированных сотрудников. У нас вот был региональный чемпионат, там уже поступали предложения о работе от работодателей. Так что я думаю, после участия в Москве, возможно, мне уже предложат достойное место, чтобы я работал. За 4 года проведения Обилимпикса в России к нему присоединились практически все регионы. Стало больше конкурсных специальностей, вырос его авторитет в обществе. И сегодня нашим опытом организации чемпионатов уже интересуются зарубежные гости. Able to go to French and Korea for this type of competition. And мы посещали Обилимпикс во Франции и Корее, и мы счастливы побывать здесь, чтобы увидеть, насколько успешно это движение развивается в России. Признаюсь честно, мы хотели бы использовать элементы российского опыта у нас в Макао. Победители соревнований войдут в национальную сборную России, которая выступит на международном Обилимпиксе в 2020 году.